Ханты-Мансийском автономном округе в суд направлено дело в отношении двоих предполагаемых сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство». Как сообщили в СКР, они входили в состав организованной группы, которая занималась подготовкой теракта. Совершить его планировали на территории местной мечети. По данным СКР, у группы были пособники в Турции. С их помощью готовился взрыв в городе Пытья. Как стало известно, прошлой весной рядом с мечетью загорелся автомобиль. При обследовании оперативники обнаружили в нем горючую жидкость и порохообразное вещество. Тогда и было возбуждено уголовное дело. Расследуя его, вышли на участников преступной группы.